Как разнообразить приготовление овощей? Выручит гриль в мультипекаре. Замаринуем и в результате получим ароматные, с тонкой корочкой овощи. Их можно подать как основное блюдо или как гарнир. Овощи вы можете взять на свое усмотрение, но ингредиенты для маринования лучше не менять. Также не увеличивайте время маринования. Кабачок – 1 штука, средний, баклажан – 1 штука, лук репчатый – 1 штука, средний, брокколи – по вкусу, брюссельская капуста – по вкусу, по желанию, помидоры черри – 8-10 штук, чеснок – 2 зубчика, сельдерей черешковый – 1 штука, соевый соус – 100 мл, соль – по вкусу, по желанию, бальзамический уксус – 1/2 столовые ложки, перец по вкусу, свежемолотый, количество порций – 3. Подготовьте необходимые ингредиенты. Овощи помойте, почистите. Если есть свежезамороженные, разморозьте. Возьмите глубокую чашу. Нарежьте крупно брокколи, брюссельскую капусту и репчатый лук на четвертинки. Нарежьте остальные овощи крупными кусочками и смешайте. Сельдерей нарежьте тонкими кусочками, чеснок измельчите, добавьте к овощам. Также влейте соевый соус, перец, бальзамический уксус и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить помидоры. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут. По истечении времени смажьте гриль мультипекаре тонким слоем растительного масла и разогрейте. Выложите овощи в один ровный ряд. Закройте крышкой мультипекаря и обжаривайте в течение 4-5 минут. Откройте крышку и посмотрите, овощи должны быть мягкими, местами с легкой корочкой, жидкости на гриле быть не должно. Слегка помешайте, если имеется жидкость, прикройте крышкой и выдержите еще 1 минуту. После овощи переложите с гриля. Овощи готовы. Вы можете их подать на основном блюде или индивидуально, а можно в качестве начинки для пит. Овощи-гриль готовы. Приятного аппетита!